Рубрика «Снимаем мне гачу». Иду я с братом на... Видео показывает только черный, блин. Лира. Луна. Последний день в Москве пока что. Блин, брата не видно. Ты не видно? Нафигово видно. А, подожди. Мой брат Даниил. А это потом выложу. Здравствуй. На ютуб. Лира. Будешь суперзвездой. Ты. Лира, Дельта. Лира, Дельта. Вот через несколько часов поедем в Том. Вот брат не поедет в Томск. Я уже там был. Ну да, еще потому что собак не с кем оставить. Фу. Ты. Гуляем тут. Ой, это не то. Все. Нет, все пишется. Так. Тут что-то машина. Дельта, Лира. Буду людей снимать. Если заметите сумасшедшую девочку в комбинезоне с зелеными звездами, у которой розовый телефон в руках, это я. Плюс коричневые волосы. Проверено, это все черное. Поэтому не снимайте ночью. Потому что ничего не видно. Кто там? Рядом. О, ура, свет! Электроб. Рядом. Нарушаем закон. Вот где-то мы... Ты что такой светлый-то на камере? Еп! Сидеть. Но слишком темно, то слишком светло. Надеюсь, вы не рядом. Ослепли. Рядом. Так. Опять все темно. Опять все темно, поэтому... Опять все темно, поэтому мы направляем камеру вверх, в небеса. Рядом. А вот подвал, куда я хочу попасть. Но мы туда не попадем. Не, ну в смысле, там что-то находится, я хочу посмотреть, что там. Блин. Люди какие. За 100 000 лет я вижу людей на улице. Потому что я реально на улице выхожу на себя. Вот что, собаки с нами, которых вообще не видно. Лира. Может, кто-нибудь увидит то, что видел раньше. И поймут, где мы находились, находимся. Видео 4 минуты будет идти. Мой рекорд, блин. Или нет. Ослепляем зрителей. О, еще кто-то. Собачник. Лира.
Лира, Дельта, не тяните. Лира, Дельта. Здрасте. Дельта, Лира. Блин, собак не видно. Дельта. Куда то идем? Лира. Так вот. Блин. Вот собаки. Какой-то желтый кружочек у меня на камере появился. Ну ладно. Так. Ну просто тут желтый кружочек появился. Ладно. Почка. Надеюсь, это не означает, что будет снимать только в этом месте. Типа желтый. Возможно. Блин. Ой, бля. Ой, бля. Ой. Бля. Там делаешь. Ты чё скрипишь? Хватит скрипеть. Я ничего обрезать не буду, мне будет пофиг, если это будет. Это видео будет самое долгое в моей жизни. На данный момент. Слушали невесту по пути еще. Ну как по пути? Первые 4 минуты прогулки мы слушали глюкозу. Встретили девушку моего брата. Чё? Куряки. Как нормально спит-то? Вот, идём. Вот чё, какой человек. Я буду всех людей, которых вижу, снимать. Абсолютно пофиг. Пофиг, если они там попадут, Так, блин, фокус. Как фокус нормально настроить? Пишу это. Один курильщик, другая пьет в группах. Так, как собак пьет? Блин. Простите, если что-то будет полностью черным. Я просто фокус не умею настраивать, или как херня называется. Ладно. Просто фигня. Я оговорилась. Луна. Удивляемся простым вещам. Это не наши домы, если вы там живете, если что-то. Вы не путаете. Вдруг кто-то в Москве живет, и такие адресы гостины. Так. Опа, на людей снимаем. Подумаю, что у меня шуза. Так. Снимаем людей. Агелье Гера. Там написано просто имя. Почему текст нифига не видно, а? Написано... А, Ателье Гера. Простите. Цебл не видно, блин. Спасибо, блин. Каждый человек, который я увижу. Повторим персонажа из... Не знаю, кино луны.
угадайте кого. Может, потом какие-то фотки. А потом через пару часов я уеду в Томск. Ну, поеду туда. На 2 месяца или на сколько, я не знаю. Хрен его знает. То май, то так же не мой дом. Мой дом семиэтажка. Это хрен его знает. Нормально снимайся, а то рукой. Ёлочки. Опа. Блин, не успела здесь. А я думал, что больше... Простите, что отошло. Собаки. Ай, уёбанные группы. Блин. Нас полила свой паяц. Блин. Блин. Почему я свои пальцы полю? Теперь вот здесь, как мои пальцы выглядят. Не знаю, зачем вам эта информация, но ладно. Не знаю, выложу это или нет. Блин. Темно. Подожди мне. Люк. Я опять пальцы полю. Блядь. Ты. Сейчас, наверное, лицо спалю опять. Вам всем нравится. Как с украинским акцентом разговаривать, я научусь. Что тут? Эй, как вампир выглядит. В принципе, как и в жизни. Только хуже. Ну и палим пальцы, лицо и голос. Хорошо. Всем до свидания.